Говорит Ленинград. Внимание, товарищи! Войска Ленинградского фронта в итоге 12-дневных напряженных боев прорвали и преодолели на всем фронте под Ленинградом сильно укрепленную, глубоко эшелонированную, долговременную оборону немцев. Город Ленинград полностью освобожден от вражеской блокады и от варварских артиллерийских обстрелов противника. Редко, друзья, нам встречаться приходится, но уж когда довелось... Вспомним, что было, и выпьем, как водится, как на Руси повелось. Пусть вместе с нами семья ленинградская рядом сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская немца за Тихвин гнала. Выпьем за тех, кто неделями долгими в мерзлых лежал блиндажах. Бился на Ладоге, бился на Волхове, не отступил ни на шаг. Выпьем за тех, кто командовал ротами, кто умирал на снегу. Кто в Ленинград пробивался болотами, горло ломая врагу. Будут навеки в преданиях прославлены под пулеметной пургой. Наши штыки на высотах Синявина, наши полки под Амгой. Встанем и чокнемся кружками стоим, братство друзей боевых. Выпьем за мужество павших героями, выпьем за встречу живых.